Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство 360 Dashcam G500H. И если вы попробуете включить эту камеру без карты памяти, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Потому что камера работает только исключительно с помощью камеры. То есть вы ее включите, но записывать ничего не получится, потому что запись не начнется, если у вас не вставлена карта памяти. Как же вставить карту памяти? Вначале нужно выключить камеру, чтобы она ее точно увидела. Вот. Выключаете камеру, затем вставляете карту памяти. Другой стороной, сори. Вставляете карту памяти. Прижимаете ее до щелчка. И теперь уже можно включать камеру. И видим, что сразу началась запись видео. Что ж, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.